Замечали ли вы, слушая радио, искажение сигнала или помехи с другой радиостанции? Если да, значит вы стали жертвой спорадических И-слоев. Это концентрация заряженного электрически газа, то есть плазмы, в области космоса под названием ионосфера. Они работают похоже на зеркала, отражают радиосигнал за горизонт, в том числе в ваше радио. Будто два человека одновременно пытаются перекричать друг друга. И хотя мы и знаем об этих слоях уже 80 лет, мы все еще слабо их понимаем, ведь это высоты, которые трудно изучить. Воздух там так разрежен, что самолет не пролетит, но достаточно плотен для того, чтобы космический аппарат в нем просто сгорел от трения. Так что исследовать всегда удавалось немного. Есть другая планета с гораздо более тонкой атмосферой — Марс. И один из аппаратов, прямо сейчас ее изучающих, орбитальный зонд Maven. Один из его инструментов называется Static, он разработан для оценки плазмы, покидающей ионосферу, верхний слой атмосферы Марса. Его данные позволили ученым заметить, что когда Maven пролетал сквозь определенную область атмосферы, бах, она была очень заполнена плазмой. Исследователи поняли, что открыли марсианский эквивалент тех слоев. Это здорово, ведь теперь мы знаем, где можем изучить И-слои при помощи спутника. Maven столкнулся с большим числом И-слоев на Марсе, чем мы до сих пор открыли на Земле. Здесь они временны и непредсказуемы, а на Марсе, судя по всему, почти постоянны, и их положение даже можно спрогнозировать. Плюс ученые заметили то, о существовании чего не догадывались. Maven открыл противоположность слоям, названную разрыв. Это область, где атмосфера так растянута, что вместо концентрации плазмы получается полное ее отсутствие. Ранее считалось, что такие области невозможны, но вот они найдены на Марсе. Это показывает, как мало мы знаем на самом деле, и как много еще предстоит открыть. Слои так распространены, что постоянно пролетают над вашими головами. Вы наверняка сталкивались с ними, слушая радио, даже если сами об этом и не подозревали. И кто бы мог подумать, что лучшим способом их исследовать станет отправка зонда на 500 миллионов километров к Красной планете. А кто бы мог подумать, что об этом и о космосе в целом так понятно и регулярно будут рассказывать здесь, на канале Альфа Центавра. Явно те люди, которые поставят лайк этому видео, подпишутся на канал и оставят одобрительный комментарий, ведь это всегда приятно.